другая система была такая. Мир един и целостен. Все процессы в нем носят колебательный характер. И по современной терминологии являются процессом триединства. Материи, информации и меры. Ну, образно говоря, что такое материя? Вот, ну, посмотрим, вот какой-то экран, вот занавес. Это материя, ее признают и понимают все. То есть материю признают все ученые, так сказать, все. Что такое информация? Я закрываю глаза, и я могу представить вот этот образ этой занавески, вот она голубая. Что у меня здесь в голове? Материи самой нет, а есть образ этой материи. Вот этот образ и есть информация. Значит, но информация, она не может быть без материального носителя. Она что, пересела этот образ на клетки моего головного мозга? Если вы скажете, что это, ну вот я человек, давайте сфотографируем, или вот на видеомагнитофон, запись на видеомагнитофоне, это что? Образ тех явлений, которые есть в жизни, так ведь? Вот это есть информация.